Семья Василенко-Гудовцовых из Карачаева-Черкесии вышла в финал конкурса. Это у нас семейная президентская платформа «Россия – страна возможностей». Всего победу в состязаниях, проходивших в год семьи, одержали 40 семейных команд. Победителями окружных полуфиналов конкурса стали 25 команд из ЮФО, 7 семей из СКФО и 8 из новых регионов России. У них разные взгляды на работу, досуг и другие жизненные аспекты. Но они показали, как сильно любят, уважают и ценят друг друга. Василенко-Гудовцовы из поселка Кавказского. Это мама Мария и папа Олег, дети Димит и Роман, бабушка с дедушкой Светлана Николаевна и Василий Михайлович. Вся семья любит спорт и путешествия, заниматься творчеством, в том числе создавать новые интересные вещи. Победители были определены по итогам оценочных этапов конкурса, включавших творческие, интеллектуальные и спортивные задания. Финал пройдет летом. Победители будут объявлены в День семьи, любви и верности 8 июля. 30 семей победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а 300 финалистов отправятся в большие семейные путешествия. Яркий пример трудолюбия и воспитания детей, почитания и сохранения семейных традиций – Светлана Урусова. Она отмечает 80-летний юбилей. Светлана Алиевна вырастила 10 детей, награждена медалью материнства, орденами «Материнская слава» первой, второй и третьей степени. За свой родительский подвиг она удостоена и медалью ордена «Золотой звезды», «Мать-героиня» и знаком «Золотое сердце», а также дипломом «Семья России». А еще Светлана Урусова стала победителем конкурса «Женщина года». Свой юбилей она встречает в кругу большой семьи. По поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимурезова ее поздравила министр труда и социального развития Динара Камурзаева. Уважаемая Светлана Алиевна, от имени многонационального народа Карачаева-Черкесии и от меня лично примите искренние поздравления с юбилеем, 80-летием со дня рождения. Вы – пример истинной матери, героини, воспитавшей 10 прекрасных и, главное, достойных граждан России. А сейчас вы также с любовью и полной самоотдачей помогаете детям воспитывать внуков. Безусловно, это является настоящим подвигом и истинным примером патриотизма и любви к своей родине. Уверен, ваша жизненная позиция и самоотверженность стали источником вдохновения для всех, кто вас любит и уважает. Очень важно, что вы всегда находите время для общественной деятельности и всегда занимаете активную гражданскую позицию. Очень знаково, что ваш юбилей мы отмечаем в год семьи, объявленный президентом России Владимиром Путиным. Решение нашего национального лидера – направлена на сохранение традиционных семейных ценностей, которыми всегда славилась наша республика.